Это обзор рынков от компании TechMeWiz, я Артур Изятуллин. А покупательский интерес значительно возрос к европейской валюте во вторник, после того, как официальная статистика указала на более стремительный, чем ожидалось, подъем экономики в первом квартале, подогревая спекуляции, что понижательные риски отступили. В первом квартале выпуск еврозоны вырос на 0,4% после роста на 0,2% в четвертом квартале 2017 года, и при этом опередив консенсус 0,3%. Соответственно, ожидания роста в годовом выражении на 1,2% укрепились, хотя до выхода данных серьезно рассматривались сценарии понижения прогнозов по росту. Две крупнейшие экономики блока, Германия и Италия, показали лучше, чем ожидалось, динамику, чуть не сойдя с траектории расширения во втором полугодии прошлого года. Данные национальных счетов показали, что потребление вернуло себе звание основного драйвера роста после невнятых перспектив. В прошлом году самостоятельный рост экономики, то есть ориентированный на растущий внутренний спрос, является главным желаемым результатом ЕЦБ, который позволит рассчитывать регулятору на ускорение потребительской инфляции, значит, возобновление нормализации денежно-кредитной политики. Учитывая, что в евро было заложено много тревожных высказываний со стороны чиновников, будь то спекуляции о вводе дифференцированных ставок на депозиты, а также возвращение даже количественного смягчения при необходимости, о чем решил сообщить вице-президент ЕЦБ недавно. Нетрудно предположить, что торговля в евро будет все больше склоняться к вытеснению информации из цены. Начало этого тренда уже было заложено со старта этой недели. Принимая за основной драйвер роста подъема потребления в еврозоне, следует ожидать, что укрепление данного компонента ВВП предшествовал рост доходов, а также происходил сдвиг в структуре расходов. Под этим сдвигом подразумевается снижение доли от общего дохода, направленных на покупку основных потребительских товаров, также известных как consumer staples, и увеличение дискреционных покупок, то есть сделанных по желанию потребителя. Например, вот если взглянуть на динамику ETF, реплицирующего динамику европейских компаний сектора MSCI, реплицирует он сектор дискреционных покупок, который, очевидно, сильно зависит от уверенности потребителя в будущих доходах. Видно, что рост, начавшийся в 2019 году, он происходит достаточно сильный, что как раз-таки отражает ожидания рынка. Рынок считает адекватным, что в этом году продолжится расцвет компаний, которые заняты в производстве этих товаров. Если сравнить с динамикой ETF на основные потребительские товары, то есть consumer staples, можно видеть, что их просадка в 2018 году была менее резкой, что, грубо говоря, отражает меньшую эластичность этих основных товаров, то есть товаров основного потребления к ожиданиям будущих доходов. То есть если потребитель ожидает, что будущие доходы снизятся, то он не сможет сильно сократить потребление основных товаров по сравнению, например, с дискреционными покупками, которые действительно могут сильно просесть. И в целом видно, что динамика вот на протяжении вот этого периода, на протяжении предыдущих 3 лет, она выглядит более стабильной, чем динамика у дискреционных покупок. Другими словами, если в случае ослабления потребительского спроса можно ждать, что продажи основных потребительских товаров будут более устойчивы, чем продажи дискреционных. Основная слабость в росте экономики проистекала из ухудшения перспектив экспортеров, о чем продолжают говорить недавние оценки корпоративных настроений в показателях IFO и ZIU. Евро начинает выглядеть еще более привлекательным, если учитывать два следующих фактора. Это рост товарооборота Евросоюза с Китаем на фоне, точнее, в противовес давлению со стороны США. И то, что китайская экономика нашла опору в конце первого квартала, что видно из данных по розничным продажам и относительно стабильным производственным индексам
индексом производственной активности. Также обнаруживает более сильный, хоть и обусловленный сезонностью, отскок продаж легковых автомобилей в Китае в марте 2019 года по сравнению с 2017 и 2018 годом. Я напомню, что Евросоюз в основном экспортирует именно легковые автомобили в Китай. Валютные рынки активно реагируют на данные по ВВП, так как он отражает изменение реального агрегированного спроса и изменение цен. Первый компонент позволяет строить ожидания относительно будущей инфляции, особенно если благоприятный тренд намечается в менее волатильных компонентах спроса, таких как потребление именно дискреционных товаров, что в свою очередь определяет политику ЕЦБ. Изменение разницы в темпах роста между странами приводит к перетоку капитала, который находится в вечном поиске лучшей нормы доходности при меньшем риске. А на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.